картинная галерея. Немного. Наверное, сами делают. Наверное. Да, сумочки вязаные там на столе. Картины разные. Нашли вот такую площадочку тоже с разными магазинчики, кафешечки. Да, вроде бы подворотненько, а приятненько. Как-то там ремонт идет. Ну, ничего, сделают. Ну, знаешь, это в отличие от того, как мы на турецкой стороне были, в Никосии. Тут небо и земля, да, все равно. Да. Ну, да. Такой магазинчик, как комиссионка. Вот даже такое есть в туристической зоне. Восточная какая штучка. Мебель был. Да. Столики вот эти удобные. Интересно. Ой, а вот эти какие симпатичные. Вот эти комодики, тумбочки, тумбочки. И столики вот такие скромные. Прикольно, это прям кровать целая. А вот комплектный столик и стульчик. Где комплект? А вот за дверью стол, а вот стул. Точно, да. 25 евро весь комплект. И вот второй стол к нему. Старые диски, разные книги. Тут даже клеймо, слышишь? Коллекция. Да-да. Это наподобие как у Мороны. Да, ой, смотри, музыкальные инструменты. Мотоциклы. Я же не снимаю. Это даже будка собачья. Сейчас. Ты барабанишь? Снимаю. Это твоя мечта? Ты хотела побарабанить? Конечно, хотела. Ну, вот видишь. Ой, посмотри, какой маленький-маленький самокатик. Маленький самокатик? Не знаю, для чего. Тут сухочистки. На глаз. Штучка. Вот. Самокатик, это может штука для чего-то. Это, наверное, для педаль какая-то. Да. Но похоже на какой-то самокат. Скейт. Скейт. Для кофемашины какая-то. Ну, что-то, да, похоже. А там вон целый магазин. Вверху секонд с вещами, а вверху, а внизу видишь шлемы мотоциклетные, всякие электроприборы. А тут, блин, какая огромная печь какая-то. Это, наверное, барбекю жарить. Барбекю, наверное, да. Вот какой большой этот светильник, смотри, прожектор. А, да-да-да. Для всяких дискотек. О, кресло какое-то питательное. Питательное? Кресло пыток. Ага. И вон еще это, наверное, маленькое для машин. Может быть, детское. Машин? А нет, это для машин, а это не знаю. Это, как, знаешь, как в салонах каких-то, вот, когда сидишь, там волосы сушишь. Или в салонах, или для качелей, может, каких-то. Для качелей, да. Ой, самокатик маленький. Да. Тренажерочка. Супер. Ой, будка даже есть. Ну да, я же сказала, что будка. А это, смотри, такие сувенирчики. Да, вазочки, вазочки интересные, наполненные. Будка, да, там. И тачки какие-то. Это газонокосилки, что ли, да? Груша валяется. Груша где? Вон, видишь, за выставкой. А, да, под красная, будкой, красная под будкой сейчас. Думаю, что для бокса? Там салон маникюрный, что ли? Ну, сейчас, ну, уже, наверное, позакрывалось к зиме.
Это уже сезон заканчивается, да, начинают закрываться. А так, наверное, летом тут было. А тут, наверное, больше. Какая-то площадка очень странная. Ну, может быть, что-то тут. А может, кафешка или, ну, знаешь, такое. Маленькая кафешка. Ну, может, не кафешка, а может, что-то здоровое. Надо запомнить, что это напротив принцессы.